Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенек. Ребята, вот зацвел полностью пион. Red Charm. Полностью зацвел. Там осталось, раз, два, три, четыре. Четыре бутончика, четыре, пять. Еще не полностью не зацвели, но я считаю, что он полностью зацвел. Такая красота, ребятка. Red Charm. Пион Red Charm. Красиво. Я обалдею, ребят. Запах обалдеть. Стоит. Этот пион был посажен в 2016 году. В 2016 году он пытался зацвести, но я бутоны оборвал. И только в 2017 году он зацвел первый раз. Это 2017, 18, 19, 20, это ему 4 года, когда он цветет. Ну, в этом году уже можно будет, когда цветется, можно будет попробовать его разделить. Не знаю, как жена согласится. Может, еще год подождет. А может, в этом году его поделит на несколько кустов. Пион Red Charm размножается делением куста. Семенами очень-очень долго. Это пока взойдут семена, это надо ждать года 2-3. Потом, когда зацветет, года 4-5, может быть. А если разделить пиончик, где-то на 2-3 год он зацветет. Делить куст пиона можно раз в 5-6 лет. Делить куст пиона можно в 5-6 лет раз. Один только раз. Иначе он может пропасть. Красава, да, ребятка? Ну, здесь я стою, я запах обалдеть. Это ремулус поднимается, его надо отсюда убирать. Обалдеть, ребят, я обалдею. Честное слово, я обалдею. От этого... От этой красоты. Ай-яй-яй-яй. Я балдею. Пиончик Red Charm. Большой куст. Пион Red Charm. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги, пока-пока, ребята. Пион Red Charm.